В Иркутской области МЧС начали проверку мест массового пребывания людей. Накануне на территории Ледового дворца «Байкал» спасатели провели пожарно-тактические учения. Цель – тестирование систем обнаружения пожара и путей эвакуации. По легенде учений, пожар произошел на втором этаже. Основные выходы были сильно задымлены. Объект достаточно большой, сложной конструкции. В нем предусмотрены все системы защиты противопожарные. Они в исправном состоянии. Предварительно они были проверены и приняты в нашей лаборатории. В учениях были задействованы 16 единиц техники и 63 специалиста, в том числе врачи скорой помощи и медицины катастроф.